мой батя, владелец салона красоты. Наша семья – это многие поколения парикмахеров. Вот только батя не просто парикмахер, ведь он не просто стрижет. Он созидает прекрасное. Эксплуатация детского труда? Не, не слыхали. Но зато благодаря этой работе я себе намутил самый убойный костюм Чубакки в истории Хэллоуина. Еще отец учил на всем экономить. Без закусок и десерта. И если не даешь горячий, день рождения оплачиваешь сам. И быть находчивым. Просил у бати скейтборд, батя его сколотил. На следующий год сколочу тебе Нинтендо. Улыбался мой отец только в одном случае. Когда мы показывали маме танец маленьких утят, этот человек был для меня богом. И жили мы душа в душу, пока я не вырос и не влюбился в девушку, совершенно на меня не похожую.